Юрий, чувак, ты в курсе, это самое, первая новость в Яндексе сегодня, открываю, блядь, нашли золото Третьего Рейха, 28 тонн золота, серьезно, в Польше, представляешь? Блядь, серьезная вещь, нахуй. А ты знаешь, как вообще нашли-то? Не. Это, короче, там стоит один замок, короче, в Польше, а возле него там пруд там с рыбой, там вся хуйня. Мужики бредишком там это, рыбу ловили. Сама поймали, блядь, а дело ночью было, короче. Они его вытаскивают, сетенку эту, ну, бредишок-то свой. Ну, я понял. А сом-то светится, блядь. Да ладно, светится. Светится сом, блядь. Я тебе серьезно говорю, ну. Сом светится, блядь. Они его хуяк потрошит, блядь. Смотрят там банки, а там У-235, ну, уран-сырец немецкий. Да вообще охуеть. И слитки золотые, короче, блядь, с гербами Третьего Рейха. Ну, повезло пацанам, ебать. Пиздец, просто. Короче, блядь. Они я бы охуенно похмелился, На следующий день с насосами приехали, все это озеро нахуй откачали, блядь. Всех самом повыловили, нахуй, распотрошили к имени матери, да? А в середине озера колодцы. Колодцы там. И вот этих колодцев 28 тонн золота в брусках. Все пиздец, ёпт. Бля, здорово, ёпт. И уран, повезло, зарез, повезло мужчине. Что это за напиток такой, ёпт? Что это за... Зеленая водка. Зеленая. На кактусе. Как ты любишь. Я люблю. Сейчас туристов в Польшу понаедет. Да и похуй дым, пусть едут, ёптать. Вообще негры нахуй ебашут. Ты чё все хуяришь, да хуяришь-то? Ну а что мне делать, ёпт? Ничего, я тут сижу, ёпт. Я вот думаю, что за запах нахуй такой? Это кактус, блядь. Не. Зубной эликсир. Зубной эликсир. Хуёчек, ёпт. Зубной эликсир. Похоже на эту, как его, блядь. Чем зубы полоскают это, блядь. Эликсир лесной. Не, ну это не абсент, да? Да, абсент, конечно. Юрбас! Чао! Ты известный кактусмен. Кактусмен. Сейчас, блядь, сделаешь. Ну, сейчас я вам шухер наведу, пацаны. Ой, блядь. Видите меня? Ой, ёпты. То я маленький съел. Ты вот а так тут вот. В Москве будешь так делать? Буду. Блядь, охуенно. Если отсосет кто-нибудь. Ну, сейчас, ладно, шухер наведем. Ну, смотрите, господа, давай. Люба. Ну кто-нибудь так сможет сделать? Я кактусмен, и тонкий мальчик. Я кактус съел, а это значит, я буду пить. Я буду весел, я каждый день. Так он заметил, алкоголь не шутка, наливай не шутка, алкоголь не шутка, наливай не шутка. Блять, ты меня удивил сейчас, пиздец. У меня нет слов, держи пять. Мужик! Давай. Люба там, да, Люба! Охуеть! Ты жалко, что вот это вот, блядь, не дали мне съесть вот этот колючий. Можешь въебать и это. Не въебу, ёпта, похуй дым. Слушай, у тебя какие-то веревочки из головы полезли. Да это, блин, сатанинские, короче, ёпта, это мозги, короче. Слушай, ну и как там на вкус-то кактус? Да как огурец, ёпта. Как огурец? Да хуйня какая-то. То есть это самое, в Мексике, короче, можно на огурцах вот на таких продержаться запросто. Да пизды дверцы. Может, в следующий раз салат из кактусов замутишь? Ну да, еще и туда, блядь, сладкой кукурузы добавить нахуй. И грибов, блядь, ёпта. Только не тех грибов, а правильных грибов, от которых там... И срать гвоздями берсерки, от которых, нахуй, с топорами бегали. Срать гвоздями будешь. Ну, да. Пластиковыми. Я мой, да. Натюрлик.